Сейчас ошибка. Широко. Удар. Ух ты. Вот это, вот это класс. Это не надо бить сильно. Вот посидел Широков одну игру в запасе. Вот на пользу пошло. Пошло на пользу, да. Фантастический красавчик. Он увидел, что можно пробить, и перекинул мяч. Средний силу удал сам. Какой радостный, молодец. Ну что, 4-1. Попал. Так здорово. Это на исполнение. Ну, здесь вот смотрите, Рафаэл Кириоха начинает, так сказать, атаку, делает пас на Хурада. Хурад допускает, опять же, брак передачи. И вот все убежали, и защитники убежали. И вот тут перекидка, но какая? Увидел все и исполнил. Но опять же, с чего началась атака? С того, что сами спартаковцы «Зениту» мяч подарили. 4-1. Не исключено, что может быть повтор результата с московским «Динамо». Все-таки «Спартак».